Всем привет! Вот такой я опять приобрел наборчик Junior в оригинальной коробочке. Все на месте. Вообще набор великолепный. Всем привет! Очередная посылка у меня пришла. Конечно, вы меня можете назвать после этого ролика, то что я совсем с ума сошел по резиноходам. Да, здесь резиноход лежит. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, в каком состоянии и что за комплект. Ну, это Junior, конечно, я сразу могу сказать. С резиноход и два вагона, полувагона два. Посмотрим, в каком состоянии. Вот, я ее уже вот скрыл. Достаем. Попробуй одной рукой это достать. Ну, тяжеловато. Чуть не упало. Ух ты, в коробочке даже в какой-то. Хорошо упаковал. Придется нам хорошенько постараться ее скрыть. Да, хорошо упаковал. Ну, будем открывать. Я сначала ее открою, а потом вам дальше. Ну вот я ее скрыл, достаем оттуда комплект, который пришел. Я купил его в мешке. Вот он, красавчик. Вот такой комплект Junior в родной коробке. Сейчас мы его дальше откроем, посмотрим. Я его отложу пока в сторонку. Вот он, Junior. Сейчас я сниму пленочку и дальше буду снимать. Ну, такой комплект. Да, конечно, годы берут свое. Крышку надо мыть, приводить в порядок. Ну, для нас это не проблема. Ну, открываем, посмотрим, что внутри. Коробка, конечно, оригинальная. Немножко есть грязь, но это мы все помоем. А пенопласт, вообще такое ощущение, что коробкой не пользовались. Рельсы все на месте. Вот резиноходик. Кстати, в хорошем состоянии. Очень хорошем состоянии. Катать я его, конечно, не буду. Потому что посмотрите, как колеса окислились. Все это надо чистить. Почищу, порядок приведу. Ну, наконец-то хоть цвет не голубой. Хоть что-то. Все это мы сотрем, все этот лак. Все это мы уберем. О, пакетик что-то у нас здесь лежит. Ну-ка, давайте посмотрим, что там. О, а там резиночки запасные. Это хорошо. Пультик. Ух ты. Ну это ладно, это мы сделаем пультик. Так, вагончики. О, вагоны. Очень прекрасном состоянии. Очень идеально. Очень идеально. Все на месте. Ну немножко буфера подгрызаны, но это ничего. Зато подножки все на месте. Второй вагончик. Тоже великолепно. Да, эксплуатируем тоже. Ну, это все мы отмоем. Приведем порядочек. Вот. Потом посмотрите, что я собираюсь с этим комплектом сделать. Я вообще собираюсь продолжить свою коллекцию. Полностью есть это буклет, который дается в Junior. Вот по рисунку все комплекты собрать.
чтобы было не 4 комплекта, как выходит, а то, что на рисунках, полностью собрать коллекцию. Допустим, Junior 69 там 3 или 4 состава с резиновым ходом. Все это полностью буду я делать. Ну, на этом все. Как все восстановлю, все проверю. Будет продолжение обязательно видео. Вот. Только не говорите, что я сумасшедший по резиновым ходам. А можете говорите. Ну, на этом, наверное, все. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.